Приехала на дачу. Иду. Так хорошо. Пасмурно, но я думаю, разгуляется. Какая красота. Вообще птички чирикают. Ну, снега еще у нас. Ой-ой-ой. Смотрите, видимо, старая ель. А там что, как будто спилено. Что себе? Упадет так тут. Ой-ой-ой. Тут дорога хорошая. Сегодня я одна. Везу растишки. Посмотрим, что у нас там творится. Вчера было минус 6 в городе. А здесь всегда холоднее. Здесь всегда холоднее. Там-то он дальше прочищенный, я смотрю. Ну, тут нормально уже мы идем. Вот так. Почему главное здесь оттаяло так? Так интересно вообще. Угу. Сейчас переоденусь. Ой. Смотрите, разрыхлили так. Хорошо. Хорошо, хорошо. Здесь дедушка потом раскидает. Угу. Раскидает, оттает. Так, сейчас мы пойдемте сразу я растишки внесу. Оттаивает, оттаивает. Хорошо, смотрите, как немного осталось, немного растает. Вон как хорошо. Сейчас снега наложим еще. О, как подросли тюльпанчики. Ой, красавица моя. Сейчас землю буду накладывать в эти. Вон здесь как хорошо. Земляника, клубника. Угу. Так, вон там у меня яблонька. Хорошо, ну грязно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тут где-то я еще хосты садила. Когда что растает? Вообще, конечно. О, мой прудик. Ой, елочка выпрямилась, Баска. Хорошо. Сейчас переоденусь. Буду землю накладывать в эти, в кашпо, чтоб подсыхало. Здесь, я думаю, все оттаяло. Во! Нормально. Подложу. Вот здесь мусор. Так, вон там розочка. Здесь тоже я вываливала землю, да. Ну что, заходим в тепличку. Так, здесь я воду брала, надо сюда доложить. Так, сейчас, друзья, сумочку пока сюда поставлю. Вот так вот. Прикроемся пока. Что-то... Посмотрим, сколько у нас градусов. Ай. Так. Ну, 8 градусов. 8 градусов.
Так, сейчас я открываю и смотрю. Все замечательно. Все прекрасно. Это, видимо, смалевочка у меня вышла. Да, это вот немофила. Ну, георгин вряд ли, но он там что-то проклевывается. Лучок. Капусточка хорошо. Смотрите, это как в рост пошла. Гвоздичка себя чувствует прекрасно. Так, ну и сейчас здесь открою. Сейчас заглянем. Так, ладно, сейчас уберу, потому что все равно надо будет растение. Опа, выставлять. Все, ребята, вот, смотрите, все стоит. Все живое, все зелененькое. Так, вот здесь вот у меня... Так, здесь у меня огурец и шпинат, шпинат. Вот я думаю, вот это шпинат у меня. Да. Вот моя питунька, лучок, хризантемки. Все прекрасно. Все прекрасно. Так, ну, розочка, не знаю, конечно. Я, честно говоря, не надеюсь. Ну, пусть. Все прекрасно. Сейчас я посмотрю. Так, что у меня? Это как ее? Ой. Редиску? Редиску не видать. Ну ладно. Я привезла новый материал. А там что у меня? Неполное ведро, дырявое, что ли? Сейчас, в общем, я переодеваюсь. Докидаю снега, затоплю печку. Вот. Так. Снега-то уже нету. Надо успевать надо. Ух ты. Снега уже нету. Скоро полив начнется. Вон стоит все. Все стоит. Ну да, дымок идет. Пойду за дровами. Вот здесь вот у меня быстро растает. Здесь у меня должна быть розочка. Ну все, я не буду ее сильно откатывать, потому что заморозки еще обещают. Ой, конечно. Хорошо, дрова сухие.
Вообще. Дровяник сделали так. Свету нет у нас плохо. Петечка горит. Поставила кастрюльку. Чаю попить. Сегодня даже не завтракала. Возьму секатор сейчас. И пойду пообрезаю кое-что. Вот оно и солнышко. Хорошо. Так, мне что еще надо? А, конечно, грязь, сырость. Грязь, сырость. Пока это мы ничего делать не будем. Сейчас я, знаете, чем займусь? Так, я сейчас займусь, значит, сначала, наверное, наложу. Так, наложу в кашпо земельки. Пусть она подсохнет немножечко, мне надо будет высаживать. Вот, и займусь обрезкой. Так, ну что, сейчас я посмотрю. Ну, ничего, нормально. Здесь очень хорошая земля. Я сейчас их наполню и занесу в теплицу. Она, может, еще и не до конца растаяла. Сейчас посмотрим. Вот. Там в конце, видимо, она еще не оттаяла. Ну вот я так наложу, и оно быстрее оттает. Земля здесь хорошая у меня. Перегноем. Вон что сырущая какая. Вот так, друзья, будем накладывать. Вот. Там не до конца еще оттаяло. Здесь очень, ой, очень хорошая земелька. Смотрите, как пух. Как пух. А бочки эти я потом буду накладывать. Вниз буду ложить. Прямо все остатки. У меня он там в колесах. Надо будет. Вот это все я туда складывала, траву. Смотрите, земля пух. Вот. Туда вниз буду опять вот этот весь мусор, что буду прибирать. А наверх хорошие земельки. Навоз оттает скоро. У меня не навоз, уже перегной хороший. Вот так. Сейчас еще положу. И туда в теплицу занесу. Сейчас чай будем пить. Конечно, везде еще не прибрано, но все равно. У меня здесь сухарики есть. Солнышко, погода прекрасная. О. Вообще красота. Ой. Надо здесь все будет убирать, столик ставить. В общем, одно удовольствие. На свежем воздухе вообще. Прям кипяток. Я сегодня даже не завтракала.
Поехала. В домике тепло уже так, здорово. Вот сюда я хочу пересадить клематис белый, жгучий. Пусть дерево оплетает. А вот сюда вот я хочу посадить. Вот сюда. Вот здесь вот будет плетистая роза. Здесь у меня пион сидит. Я его пересажу. Так. Что еще? Ну что, друзья, на этом буду прощаться. Вот. В следующем видео увидимся. Всем пока-пока. Всем доброго здоровья, хорошего настроения.